уже узнали, вы здесь будете 8 дней, и вас ожидает мощная образовательная программа. Каждый из вас наверняка хотел быть дисциплинированнее, лучше, бросить пить, курить, ругаться матом, найти проект, начать работать. И каждый раз вы говорили: я это сделаю завтра. Итак, завтра наступает завтра в 8 часов утра. И я обещаю вам, что ровно через 8 дней, когда вы будете уезжать, и вы станете другими людьми. Я вам это обещаю. Прошло уже 20 лет со времен распада Советского Союза. Тогда, в начале 90-х, после 70 лет диктатуры коммунизма, на свет вновь появилась Россия. И на смену коммунизму пришла демократия и капитализм. Я независимый журналист. И я не принадлежу к числу прокремлевских журналистов. Я хочу рассказать вам историю о современной России. История, которая изменила мою жизнь. Меня зовут Дрокова Мария. Я родилась в 89-м году в Тамбове. И, наверное, представляю первое постсоветское поколение, поколение, которое выросло после того, как закончил свое существование Советский Союз. А Машу Дрокову я впервые услышал в 2007 году, когда указом президента Путина она, наряду с какими-то большими лидерами «Единой России», получила то ли медаль, то ли орден. Последнее десятилетие Путин был самым влиятельным человеком в России. Конечно, это выглядит странно, когда 19-летняя девушка получает высокую государственную награду, и, по крайней мере, я обратил внимание на то, что есть такая Маша Дрокова. Если узнали, наверное, узнали, как девушку, которая поцеловала Путина. Позвольте это сделать. Да. Спасибо. На то, кто мне нравится как мужчина больше, наверное, мне симпатичнее Путин, потому что, ну, вот при личном контакте, наверное, у нас с Путиным какая-то энергетика больше совпала, наверное. Наверное, он должен быть примером не для меня, но для того человека, которого я, может быть, выберу как спутника жизни. Потому что это сильный человек, это человек харизматичный, умный, но и самое главное, это человек ответственный. Значит, что вы первая, как бы его обняли и поцеловали? Ну, может быть, если только жена была раньше.
Что вы почувствовали? Я почувствовала, что он очень сильный, крепкий, энергичный человек. Вам нравится? Да. Маша, как и многие молодые люди ее поколения, любит Путина. И в этом нет ничего удивительного. Когда Маша родилась, Россия была страной, где людям буквально приходилось надеяться только на самих себя. Закон не работал, демократических институтов не было. И народ в России становился беднее день ото дня. Но у Путина был план. Он хотел во что бы то ни стало вернуть России статус сверхдержавы. Хотел, чтобы этот статус закрепился за ней не только среди других стран, но и в умах простых россиян. Все поняла, за что? За Первомай, за Первомай. За май, за мир, за труд, за мир, радость. Мир, за... Да. Маю, май, труду, труд. Кто кому картошку? Да, у меня есть. Так, Машенька. Так, ну вчера же ведь это демонстрация была. А, ну, да. В Москве даже несколько. А кто демонстрация была? А за нами труда шли коммунисты. Раньше мы ходили на демонстрации. Обязательном порядке. Угу. Все собирались с песнями, с гармошками. Ну, у вас по какой цене? В профсоюз выделили? Мы ходили. Когда? И в обязательном порядке. Под... А что будет, расписку? Если ты не пойдешь? Ну, не пойдешь. Получше нагоняют. Списки составляют. С какими лозунгами? Да я что-то не помню. Какие лозунги были? Да без лозунгов, по-моему. Социалистические. Так, давайте мы с грустной темой за женщин, за любовь. За вашим приезд, давайте. За приезд. Спасибо. Спасибо им, что вы приехали. За тех, кто ждал. За тех, кто ждал. За ваше здоровье. Маш, мы по тебе скучаем. Машино взросление пришлось на тот период, когда у власти был Путин. В эти годы мировая экономика была на подъеме. Тоже важно понимать, да, что так хорошо, как при Путине, средняя российская семья не жила никогда. То есть такой стандартный набор, там, не знаю, кредитный автомобиль, отдых там, в Египте или Турции, там, плазменный телевизор, еще что-то. Этот вот стандарт потребления сформировался при Путине. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия! Хотя большинство людей были довольны своей новой жизнью, не все были согласны с тем, как Путин управлял страной. Чтобы не подвергать опасности вновь обретенную стабильность, в какой-то момент Путин решил взять все происходящие в стране политические процессы под свой жесткий контроль. Было принято решение о создании молодежного движения под названием «Наши». Мы – молодежное демократическое антифашистское движение «Наши». Весь земной шар услышит, как называется самая лучшая в мире страна – Россия! 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 30 тысяч комиссаров, активистов движения собралось здесь, во-первых, чтобы поздравить Путина с этой победой. Она неоспорима, потому что люди хотят жить в стабильности, потому что Единая Россия... Я знал Машу Дрокову как пресс-секретаря движения «Наши». Она пришла в движение, когда ей было 16 лет, и очень быстро поднялась по карьерной лестнице. «Наше движение, цель которого является сделать Россию глобальным лидером 21 века. Я являюсь одним руководителем одного из московских штабов движения «Наши» и идеологом движения «Наши». Антифашистского движения «Наши».
Юрием Чекиным. Адам и первый команд побеждает. Кто вы думали? Василий Якименко. Василий – это легендарный основатель движения «Наши». Без него в «Наших» не принимается ни одного значимого решения. Я хотел бы, чтобы все сидящие в этом зале понимали, для движения нету никаких авторитетов, кроме политического курса Путина-Медведева, изложенного в нашем манифесте. Я хочу, чтобы вы сразу, те, кто сегодня впервые пришел на съезд, осознали – движение – это жизнь, другая жизнь. Что значит быть в движении? Быть в движении – значит выходить на улицу. Быть в движении – значит сказать негодяю, что он негодяй. Быть в движении – значит быть готовым к тому, что тебя будут проклинать со всех сторон те, кто не хотят меняться и не хотят ничего менять. Для комиссара нет слова «невозможно». «Невозможно» в движении всегда означает «я не хочу». И я хочу, чтобы те, кто впервые здесь, спросили себя, я разъярен? Меня действительно раздражает каждый день то, что вокруг меня. Я готов пожертвовать своим образом жизни ради того, чтобы это изменить. Я уверен, что многие скажут, нет, ребята, не теряйте время здесь. Всех остальных я прошу записать мой телефон. 970-43-28. Спокойно, вам передадут. 970-43-28. Уважаемые ребята, уважаемые друзья, я всегда был, есть и буду с каждым из вас. В любой точке моей жизни каждый из вас. Спасибо. Это человек, действительно, который сильно повлиял на то, как я раскрылась в движении. И это человек, который в то же время является, наверное, для меня другом. Потому что он поверил в меня, он дал мне эту энергию, уверенность в том, что я могу заниматься какими-то вещами. Именно он побудил меня, скажем так, такой спикерской деятельности. Президент Ющенко, так же, как и главы других государств, в которых были установлены проамериканские режимы. Он мне дал совет относительно публичных выступлений. И верь в то, что ты говоришь. Когда я верю в то, что я говорю, это действует. Украина должна сделать свой исторический выбор, что украинский народ должен сменить президента. О такой жизни, как у Маши, большинство молодых людей в России могли только мечтать. Бревно и топор. Благодаря усердному труду и преданности движению Маше удалось сделать в «Наших» невероятную карьеру. Маша поступила в один из самых престижных столичных вузов. У нее была своя квартира, новая машина. Мы можем так взять этих людей? Ей даже доверили вести свою собственную программу на телевидении, в которой я однажды поучаствовал в качестве гостя. И сегодня у нас в гостях Олег Кашин, журналист «Коммерсанта». Маша ведет одно очень пропутинское ток-шоу. И я бы никогда не согласился в нем участвовать, если бы мы с Машей не были друзьями. В своих статьях я довольно часто критиковал движение «Наши», и можно сказать, что это некоторым образом повлияло на мою судьбу. А главная претензия, допустим, моя, да, претензия к движению «Наши» в том, что они буквально калечат вот мораль молодых людей, и очень многие из тех, кого я, опять же, там знаю из этих движений, они просто уже ментальные уроды, да, к сожалению, и с ними ничего уже не сделаешь. Понятно. Вот теперь Маша, «Наши», Маша из «Наших». У меня вопрос к Марии, представителю организации «Наши». А есть ли сейчас какая-то книга, которую вы хотели бы сжечь, и почему?
Есть такая книга. Есть книга Лимонова «Я и Эдичка», которая для многих явилась идеологическим посланием. И герой, который, главный герой, который гомосексуалист, явился для многих образцом, вот, например, для Анастасии. Это провокационный вопрос. То есть книгу, в принципе, вы готовы сжечь? Я не собираюсь заниматься насилием каким-то. Насилием над вещью, над человеком. Когда описываются сцены гомосексуализма, когда описывается... Вы, наверное, знаете, Маша, что был такой руководитель Германии Адольф Шикльгрубер, вошедший в историю как Гитлер. Да, сначала ведь никому ничего страшного не делал. Ну, говорит, плохие книжки надо сжечь. С этого начал. Потом к чему пришло? Мы не предлагаем сжигать книги, я повторюсь вам. Такая замечательная фраза Вольтера, да? Ненавижу твои мысли, но сделаю все, чтобы ты имел возможность их высказывать. Это принцип демократии. Согласна. Потому что если взять вот всю молодежь Тамбова на тот момент в 11 классе, наверное, наши были такой самой яркой, можно назвать так, субкультурой из тех, которые существовали в городе. Формально, движение наше занимается только так буквально добрыми делами такими, причем хрестоматийно добрыми делами, допустим, там, не знаю, выявляет просроченные продукты в супермаркетах. Требуем списания просроченных продуктов! Хранятся продукты питания. Они считают себя таким отрядом спасателей, который не дает стране развалиться на части. Присутствие всех этих камер, я приношу извинения. Требуем списания просроченных продуктов. Наши – это те люди, которые неравнодушны к тому, что происходит в нашей стране. Это те люди, которым важна судьба их страны. Это те люди, которые готовы тратить время, силы, энергию на то, чтобы сделать нашу страну глобальным лидером. Если человек, который живет в этой стране, готов на эти вещи, если он готов что-то сделать для своей страны, если он готов рисковать собой ради своей страны, то этот человек в нашей стране, этот человек наш. Мы аккредитировались. Ай, мам, не переживайте, вас вы так... Нет, мы аккредитировались, ты не аккредитировал. Отличительной особенностью движения «Наши» является то, что они устраивают эти крупномасштабные политические акции. Тысячи молодых людей свозятся из провинции в Москву или другие крупные российские города. Этими акциями они пытаются доказать, что большая часть населения поддерживает политику, проводимую Путиным. По сути, наши разделились на такое респектабельное крыло, в котором, да, есть, там, не знаю, хорошо одетая, говорящая по-английски Маша Дрокова. О, да, и есть какое-то такое теневое боевое крыло, в частности, движение «Стань». Они видят себя борцами за свободу России, и они постоянно ведут борьбу против оппозиции в России. Еще одно из направлений – мы принимаем участие в акциях оппозиции. И способны ли они этими массовыми мероприятиями как-то изменить политическую ситуацию в стране? Это наш город!
какой-то момент, особенно после вот знаменитых оранжевых событий на Украине, когда люди поменяли власть, в Кремле началась откровенная паранойя на тему того, что такие же события могут случиться и в России, что люди могут выйти на улицу, выборы пройдут таким образом, что Путин не сможет обеспечить себе необходимый результат. Чтобы этого не произошло, они начали вкладывать деньги в молодежный проект. Ключевая задача анашистов и прочей вот этой вот шпаны заключается в том, чтобы во время каких-то больших политических событий выходить на улицу и занимать все крупнейшие площади в стране. То, ну, во-первых, очень важно знать заранее, готовы ли они такое мероприятие провести, хотят ли они его провести, где они будут его пытаться провести. Можно начать прямо с того, что занять точку сбора, где будут люди эти собирать. А тут бах, а территория занята. Все, план рушится, в принципе. Это самый простой способ. Тот, кто научится готовить, профессионально планировать и осуществлять массовые акции, получит монополию на организацию политического процесса. Это очень серьезно. Таких, как я, не больше, наверное, врать не буду, наверное, человек, наверное, 20, наверное, во всей России, которые профессионально именно этим занимаются. Россия без Путина! Россия без Путина! Эта борьба не просто за право проводить митинги. Это борьба за гражданское достоинство. Борьба за демократию. Это борьба за то, чтобы наша страна была свободной. На стороне власти сила, но на нашей стороне правда! Они очень любят говорить о том, что вот у России особый путь, и у России особая демократия. Вот не бывает особой демократии. Демократия либо есть, либо нет. Знаете, у нас в России говорят, не бывает осетрины второй свежести. Она либо свежая, либо не свежая. Вот демократия либо есть, либо ее нет. Не бывает особенной, специфической демократии. Если в какой-то стране говорят, что у нас особенная демократия, это называется диктатурой. Вот уже 7 лет подряд, каждое лето, Василий Якименко собирает активистов движения «Наш». Юрич, я только к вам пробилась. Здравствуйте. Если это существенно, то надо найти... При всем негативном отношении к Василию Якименко, я, конечно, не могу отрицать, что среди российских политиков, которые сейчас есть, он может быть самый яркий и самый талантливый. Особенность там общения любых людей, которые работают с Василием, она в том, что Василий старается создавать условия для того, чтобы люди постоянно росли и постоянно показывали новый уровень. Насколько ты растешь, если он видит, что ты не растешь, он просто либо минимизирует контакт, либо начинает относиться к тебе хуже. Василий, можно вас уточнить? Они потом в 13:30 на обед идут или раньше? Машенька, у нас есть Артур, который все знает. 13:30 по плану. Если... Я понятия не имею. Василий, вас в 13 обед устроит? Маша, у нас есть регламент. Все.
Я знаю график. Тогда меня не надо спрашивать об этом. Лагерь Василий, Василий спит. Я решаюсь. Да, я решаюсь. Открываю палатку. Он там спит с женой. Я ему кричу. Василий, бег под меня. Я задала мне вопрос, я сплю. Ты мое решение поменяешь. Ты меня будешь. Что такое с тобой? Ну, короче, как-то обозлился мне. Дорогой, выезжаю в Москву делать отцу. Со мной мы на принце, да? Так. Потому что с Путиным же я его послушал, сделал по-своему. Дурак. Ну, дурак. Вот он лидер. Он хочет, чтобы было совсем по его, понимаешь? Да. И охрану он предупредил, чтобы абсолютно гарантировать, что нужно, чтобы, да, вот этот вот человек здесь находится до 11 этих, понимаешь? То есть, ну, то есть он понимает, что, я, естественно, в таком случае я просто пойду работать по акции, то есть он мне выбора вообще не оставляет. Просто делает так, как будет по его. Короче, акция 8-го будет, да? Вот там по этой и другим причинам Василий мне сказал, езжай в Москву и готовься к этой акции. Да? Если говорить о моих отношениях с Василием, нужно понимать, что одно дело быть в 16-17 лет в чужом городе без родителей, другое дело, когда... Какое-то время прошло, и когда ты становишься более самостоятельной, поэтому с одной стороны эти отношения стали более равноправны, с другой стороны мои решения они стали меньше зависеть от мнения Василия. Представь, что есть один человек, там, от которого зависит, да? Будет ли у тебя в жизни так или иначе? И только от его настроения там зависят такие вещи. Рано или поздно ты все-таки сможешь отойти, и когда захочешь, сможешь пойти своей дорогой. А пока... Я хочу понимать, что я решения все принимаю сама, и не хочется, чтобы от одного человека там в дальнейшем зависело все остальное. И просто от отношения и настроения одного человека. И принимая все эти бонусы, я еще больше себя прикрепляю к нему, понимая, что любое его поражение, неудача так или иначе сказывается на мне, во-первых. И во-вторых, то, что его, как бы я все больше завишу от него. Вот. И ну, обучение платное. Мне не хочется, чтобы у меня будущее зависело от какого-то одного человека. Наших главная в их идеологии негативное отношение к врагам Владимира Путина и тем людям, которых они называют врагами России. В
травле так называемых врагов, да, видимо, и есть главный смысл существования движения «Наши». Они по-настоящему воюют с нами. Мы для них не оппоненты, мы для них враги. Их воспитывают, тренируют, подготавливают таким образом, чтобы они воспринимали нас как врагов. Они устраивают, они не готовы участвовать с нами в дебатах. Уважительное отношение к политическому оппоненту. Признание равноправия политиков, придерживающих различных взглядов. Стремление к другому диалогу. Современная Россия, путинская Россия, она отличается от Советского Союза. Это авторитарное государство, которое бьет вас по голове только в том случае, если вы начинаете пытаться участвовать в политике. До тех пор, пока вы не лезете в политику, вас не будут трогать. Ну, я многое видел в своей жизни, и я, честно говоря, думал, что нашисты уже мало чем меня удивят. Но вот такого я не ожидал. И никого не стесняясь, по очереди два отморозка забираются на капот моего автомобиля, снимают штаны и просто гадят. Ну, представьте, центр Москвы. Ходят дети, родители. Зачем нужны такие акции, я не знаю. Но при этом, как бы, вот это... Главная черта тоже загадочная вещь, почему вот эта, там, не знаю, анальная фиксация. Это и есть нашизм. Публично гадить – это суть нашизма. Такого рода акции, на самом деле, вот я пытаюсь говорить об этом осторожно, потому что ни за одну из грязных акций, да, провокаций, там, атак и так далее, ни за одну из этих акций наши не взяли на себя ответственность. И мы можем только по косвенным данным и по здравому смыслу судить о том, связаны они с этим или нет. Когда во время очередного собрания оппозиционеров на них напали боевики с бейсбольными битами... Милиция задержала всех нападавших. Во главе этих списков стояли, опять же, активисты движения «Наши», фиксированные активисты, там Роман Вербицкий и Василий Степанов. Значит, сразу после задержания всех отпустили, без объяснения причин, кто-то позвонил в милицию. Все понимали, что за атакой стоят «Наши», но если кто-нибудь напишет в газете, что «Наши напали на лимоновцев», «Наши подают в суд и выиграют», потому что на этих людях не было написано, что они «Наши». Такими действиями «Наши» подрывают саму суть демократии. После того, как я высказал это мнение публично, я тоже был объявлен врагом. Собственно, тогда мне это казалось обидным и неприятным, но на фоне того, что было дальше, все понятно. В 2008 году в российском правительстве появился новый орган исполнительной власти под названием Федеральное агентство по делам молодежи. И Василий Якименко был назначен его главой. То есть, по сути, получил почти что министерскую должность. И формально он перестал быть лидером «Наших». А когда он ушел, соответственно, у нас 5 федеральных комиссаров. Лидером стал Никита Боровиков, который был выбран на Селигере, а вместо Василия федеральным комиссаром 5-м стала я. Василий назначил Машу федеральным комиссаром «Наших», и сейчас у нее появилась возможность подтвердить эту должность, выиграв на выборах. Сейчас проходят выборы 5 федеральных комиссаров. Это те люди, которые будут возглавлять движение, я думаю. Поставьте мне подпись как кандидаты. Спасибо. Маш, я уже поставил. Так, а в кандидаты можно за всех? Это голос один. Конечно, поставим. Так же нет. Спасибо. Спасибо, ребят. Ты за меня проголосуешь, Потёпкин? Нет. Почему? Потому что я родину спасать собираюсь. Я тут мало программ голосовать. Да?
вас будет 5 минут на то, чтобы рассказать всем собравшимся о вашей программе и позвать их за собой. А далее они уже сделают свой выбор. Спасибо, Евгений. Поддерживаю еще раз. Я приглашаю следующего кандидата. Антон Смирнов. Здравствуйте, уважаемые кандидаты съезда. Я и все те, кто захочет меня поддержать, соберутся для того, чтобы ярко и красочно рассказать правду о предателях и изменниках, подлецах и проходимцах, выдающих себя за защитников прав и свобод граждан России. На акции мы презентуем серию комиксов «Российские антигерои». И есть такие личности, как «Человек-взятка» — это Илья Яшин, Люда Доширак — Людмила Алексеева, «Человек-пешка» — Гарри Каспаров. Для многих ребят движение, там, для того же Антона Смирнова, движение — это все 100%. Да? Когда я начала работать журналистом, я увидела там какой-то другой мир. Да? 5 лет мы являемся фактически единственной сдерживающей силой тех, кто хочет уничтожить нашу с вами страну. У меня, когда я готовилась к выступлению там, у меня было несколько вариантов. Первый — это вариант про врагов модернизации. И это та речь, которую я произносила. И второй вариант — это про информационную политику движения. И я понимала, что та речь, которая была посвящена журналистам, с одной стороны, может быть, вызвала бы больше откликов в движении, потому что журналисты были часто несправедливы и до сих пор к движению. И, наверное, эта речь бы набрала больше голосов. На выступление 3 минуты. У нашей страны стоит большая задача. Задача создания современной, высокотехнологичной, умной экономики. Я не так радикальна, как остальные ребята. Мне сотрудничество, коммуникация и налаживание отношений гораздо приятнее, симпатичнее, чем агрессия. Мы должны пикетировать тех, кто берет взятки. Мы должны выяснять случаи, мы должны узнавать о случаях отказа первым, реагировать на них, выяснять и наказывать этих людей. Я предлагаю поддержать Марш на этапе аплодисментами. Спасибо, Марш. У нас следующий кандидат. Мы приглашаем на сцену Дмитрия Кока. Да ладно. Какая разница, все равно речь о значении имела. Ну, для себя самой, как ты, просто ты гораздо сильнее вообще говорила, чем говорила. Ну да. Очень странно так облажаться. И столько, столько чуваков здесь поддерживала. А я как? Да нет. Результаты выборов я назову тех пятерых, кто вошли. В какой-то момент я поняла, что, в принципе, все, сохраняя те ценности и те идеи, которые были в движении, поняла, что все то, что я делала в движении, мне это уже хорошо знакомо. И мне стало интересно что-то еще, но... В какой-то момент я попала вот в такую вот тусовку и в такую группу
журналистов, которые, часть из которых достаточно близких со мной взглядов, часть из которых не совсем близких со мной взглядов. Насколько я заметил, это произошло весной. Они начали общаться, Маша и либеральные журналисты. Да. Есть какие-то конспирологические версии, что она засланный агент в нашу среду. А девушку с большой грудью, чтобы общаться с журналистами либеральными. Ну, как бы основываясь на том, что мужчинам, в принципе, нравится большая грудь, поэтому они более расположены общаться с такими девушками. Маша меня привлекла, заинтересовала именно тем, что ей было трудно скрывать, что в ней как раз вот именно вот в это время шла борьба между человеческим, живым, там, добрым ее началом, да, и той средой, в которой она там по какой-то своей, там, не знаю, глупости или несчастью оказалась, да, в свое время. Но... И сам Василий никогда бы себе не позволил даже просто общаться неформально, беседовать, спорить на непубличной площадке с кем-то из оппозиционеров. И он не представляет, как можно там сейчас идти поддерживать Путина, а вечером сидеть и общаться с какими-то людьми, которые его не поддерживают. Есть вот эта серая зона под названием вот такая, там, «Наш Росмолодежь, просто банда изменянка», не знаю, у которой главная функция – это, да, провокация против оппонентов власти. Грязные провокации, провокации прикрываемые властью, провокации, собственно, вполне... Можно кратко, да? Я 5 лет нахожусь в организации «Наши». И по определению я сейчас скажу в своем понимании категорию людей, которых нужно запретить и игнорировать. Окей, в этом году там будет 25 тысяч человек, которые не имеют никакого прямого отношения не то что к Василию Ихмету, но и вообще к этой истории с роликами, и наверняка ее никак не слышали. Ты выступаешь против талантливых молодых людей, которые используют разные возможности для того, чтобы сделать что-то в жизни, но обратно... Я видел, да, что для нее действительно важны какие-то ценности движения «Наши», но она понимает, что эти ценности отстаиваются не вполне корректными способами. То есть она это всегда понимала. И по большому счету, когда я приводил какие-то конкретные примеры, вот опять же, этих грязных акций против оппозиции, Маше нечего было ответить, потому что она сама понимала, что это что-то не то. Ну, я думала, что разные позиции. Но в какой-то момент это сыграло со мной достаточно злую шутку. И вот то, что было изначально в таких розовых красках, и вот эта вот новая такая острота, которая появилась с приходом новых разных людей в мою жизнь, она стала горче. Поэтому, конечно, это было такое, наверное, реалити-шоу, да, для всех, для нас, что вот как, что будет с Машей, если там мы станем каким-то кругом ее общения. И по большому счету, да, это реалити-шоу в какой-то момент стало реальной драмой. И в какой-то момент один из молодых либеральных журналистов пригласил меня к себе на день рождения. Ну, среди гостей был Рома Доброхотов, московский оппозиционер известный. Он мне подарил книжку Владислава Суркова. Сурков – автор всех идей про современную российскую политику. Сурков – это один из основных идеологов движения и человек, которому я многим обязана, прежде всего, в ценностном плане. Формальная его должность – замглавы администрации. Цель, по сути, это вот такой серый кардинал, человек, отвечающий за всю российскую политику. Это, наверное, основное идеолог движения «Наши». Сурков – это их идеология, это их такой бог буквально, да, это их кумир. И, наверное, самый близкий к Суркову человек вот именно в этой сфере. Он мне
подарил книжку Владислава Суркова с примотанной к ней скотчем зажигалкой. С определенным намеком. И я побыла на этом дне рождения очень недолго, и в какой-то момент поняла, что участок компании, она явно мне не симпатизирует, да и мне она просто не симпатична. Все на нее так косились, она стояла в уголке, собственно говоря, и очень быстро ушла. И, на этом как бы весь кошмар не закончился. Больше не женщин, нет уже, давай. 6 нас голос сейчас прилетают с мигалками. Бери лишки давай. Надо порвать. Павел? Автор, жги. Это оппозиционный ритуал по изгнанию депрессии. Поздравляем! 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 Кремль на заднем фоне сидит очень хорошо. Сейчас ждет, надо все это даже. Сейчас вот Гарри, Гарри, ясно, чтобы не погасло! Гарри, Гарри, ясно, чтобы не погасло! Гарри, Гарри, ясно, чтобы не погасло! Буквально еще через 2 часа, это все было ночью, я узнаю о том, что там жгли книжку Суркова. И я действительно была шокирована. Я понимала, что они не относятся с симпатией к этой идеологии, но не думала, что они дойдут до такого. И через какое-то время, естественно, это стало известно Василию Суркову и вызвал... Вот то, что я была там, это вызвало очень много вопросов, почему я там была. Зная Василия и его отношение к своим врагам, я могу себе представить, что за допрос он устроил Маше. Должно быть, ей было очень тяжело тогда. Даже просто объяснить им, что ее уже не было там, когда сжигали книгу, Василий был в ярости. Это абсолютно точно. Виталий! Виталий! И выходом в этой ситуации, с одной стороны, мне это подсказали и посоветовали сделать в движении. А от моего имени движение выпустило, я была в курсе, выпустила заявление. Прокремлевское молодежное движение, так называемое «Наши», обратилось в прокуратуру с просьбой проверить оппозиционеров, которые сожгли книгу первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. Комиссар «Нашистов» Марина Дрокова рассказала, что книжку жгли на дне рождения одного из оппозиционных активистов Виталия Шушкевича. В свою очередь Мария Дрокова просит прокуратуру проверить действия поджигателей книги Суркова на состав преступления по статье «Хулиганство». Потому что у меня было внутреннее ощущение, что то, что я делаю это потому, что я чувствую свою обязанность перед движением, потому что я должна так поступить. Не потому, что я так хочу поступить как человек, а потому что я так хочу поступить как человек, который в этой организации. Потому что этика и какой-то моральный кодекс организации не позволяет мне поступить иначе. Это, мне кажется, это была бесспорная попытка именно сломать Машу морально, да, потому что если человека заставляют написать заявление на его друга, наверное, они, те, кто заставляют, пытаются разрушить эту дружбу. Несколько человек, с которыми я по-прежнему дружила, они встали на очень такую не очень приятную, но ну и приятную, и неприятную для меня одновременно позицию, то, что Маша хорошая, а движение плохое. И они действительно меня как-то поддержали в этот момент, и в этот момент я общалась больше с ними, чем даже с какими-то людьми из движения. Тогда я именно вот по этому поводу я встречался с Машей, причем в таком тайном месте, и она просила, чтобы я об этом не писал в блоге, потому что если я напишу в блоге, что я встречаюсь с Машей в этот момент, у нее будут еще большие проблемы. И тогда она показалась мне очень испуганной буквально, потому что когда человек чего-то боится, это видно. И вот Маша боялась. Да, тоже, чего она боялась, я не уверен, что могу говорить. Да, лучше спросить у нее. Но то, что страх тогда ею владел, это, мне кажется, бесспорно. И несколько этих людей, они действительно меня поддержали. Но через какое-то время Василий мне сказал, либо ты с ними, либо ты с нами. И либо ты
прекращаешь любое общение с этими людьми, которые в чем-то нас критикуют, в чем-то нас не любят, и твоя работа и твоя личная жизнь, твои друзья, это не идет вразрез, это соответствует, которые из оппозиции какие-то знакомые, они понимали, что я сейчас в ситуации выбора. Капу, да, опять была передача. Ну вот, и сегодня мы обсуждали 4 ноября. Каждый год в День народного единства в самом центре Москвы наши проводят масштабную акцию под названием «Русский марш». В последние несколько лет Маша была пресс-секретарем на этом мероприятии. 2009 это у наших тоже спикером был «Русский марш», когда разные звезды там разных национальностей, под 30 тысяч человек. И в этом году вот должна вот эта история быть. Я на самом деле хочу, думаю, что нам к родителям нужно съездить уже 4 месяца. Хотя мне сегодня звонили наши из наших ребят. Не, ну в принципе. И просили прийти, передали, что это личная просьба Василия прийти на этот марш. Да. Тоже быть одним из спикеров. Я бы как-то думаю, что в этот раз приоритет в пользу семьи. Отдам. Ну, правильно. Вот я думаю, что я, наверное, в этом году на митинг не пойду. Я была уже. Ребят, встаем в колонну, подходим к той колонне. Одна колонна должна быть. Вперед, вперед. Движение нашей колонны подключено. Ребят, встаем в колонну, подключено.
Несмотря на то, что формально Василий перестал быть лидером движения, наши по-прежнему оставались его маленьким карманным отрядом. Люди, работающие в наших, и те, кто работает на Василия в Федеральном агентстве по делам молодежи, это, по сути, одни и те же люди. Цель русского марша, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, показать всем россиянам раз и навсегда, кто на самом деле является врагами России. Сама стилистика врагов России, мне кажется, там у каждого человека, который живет в нашей стране, с чем-то таким сталинским ассоциируется, с какими-то такими расстрельными списками, да, и даже если эти люди просто говорят, что ну, наши не предлагают их расстреливать, да, и по-прежнему там ненасильственные методы, они сохраняются. Но вот этот вот крен, когда ты обозначаешь врагов и выходишь с портретами врагов, все равно это стилистически не хорошо и некрасиво, это агрессия. Вперед всех тех ребят, кто держит плакаты с надписью «Позор России». Эти люди, к сожалению, отвоевывают себе все больше и больше территорий. И это война шагом отвоевывают наши дома и наши города. Они объявили нам войну. Выносите вперед тех, кого пока не осудил закон, но кого осудило общество. Если бы мне было бы тоже неловко, если бы я была спикером этого марша, и потом, после этого, бы каждый раз там объяснять людям, да, что я имела в виду не это, а на самом деле я выходила с такими идеями, это очень сложно. Thank you.
мне обидно, что одной из характерных особенностей части моего поколения стал цинизм. Конформизм и цинизм. Вот я уверен, что нас, наши дети будут критиковать ровно за это. За то, что одевали маечки с портретами вождей, за то, что ходили строем, маршировали, за то, что вот участвовали в этих постыдных проектах вроде наших. Вот за это нас будут критиковать наши дети. И нам будет стыдно за то, что ходили строем. Потому что, понимаете, когда молодые люди ходят строем, это стыдно. Это значит, что это поколение гнилое. Нормально, когда люди становятся циниками и конформистами к 40, к 50 годам. Но когда ты уже с молодых ногтей циник и конформист, это значит, что ты уже молодой старичок. Это значит, что ты уже... Это значит, что у тебя просто нет будущего, что ты уже состарился. Маше Дроковой 20 лет, она уже старушка. Путина вышел эротический календарь студенток Московского университета, в котором они признавались Путину в любви. Сразу после этого другая группа студенток того же университета сделала другой календарь с критическими высказываниями в адрес Владимира Путина. Среди второй группы студенток было много моих подруг, и одна из них – наша общая подруга с Машей Дроковой, Лиза. И разговаривая после этого, Лиза боялась, что у нее будут проблемы, потому что даже такая минимальная критика в адрес властей, она чревата проблемами. И шла по улице, на улице никого не было, было очень темно, и тут меня просто захватил страх, а что? А что может? Может, ко мне кто-то сейчас подойдет? Или а почему у тебя это страх был? У тебя какие-то истории похожих историй? Я там не знаю. У тебя какие-то истории похожие? Не знаю. Может быть, я вспомнила там историю с какими-то... с гибелью журналистов там, или еще что-то. Или как-то просто переволновало. Нет, конечно, все говорили, что это, знаешь, как история, когда там... Журналист Кашина позвал губернатора Турчака сраным Турчаком, и что будет с Кашиным? Там бомба на него упадет, в переулке его подкараулит, или там открыто приедет, расстреляет из автоматов. И что? Ходит дальше там. Думаешь, просто адреналин? Ну, это же, новая ситуация, неизвестность. Плюс именно пытаются пугать там. Политковского привязывает к премьеру. Зачем Политковского привязывать к премьеру? Это была полная подстава, там, когда день рождения премьера, да? Ха-ха, Путин решил сделать себе подарок на день рождения, убить журналистку, которая плохо про него писала. Ну, очень смешно. Это была реальная подстава там для него. И я тоже знаю, да, что Маша Дрокова, успокаивая Лизу, говорила ей: «Да ладно тебе, не переживай, все нормально, профессия журналиста безопасная, посмотри, вот Кашин пишет, и ему ничего за это не бывает». Прошел месяц, и слова Маши Дроковой оказались такими антипророческими, потому что... Ночь с пятницы на субботу был не менее жестоко избит журналист издательского дома «Коммерсант» Олег Кашин.
Doctors say Олег Кашин is in a critical but stable condition. He did suffer from various injuries. Оперативное вмешательство. Значит, we can't make any predictions about his condition. The injuries are serious. Вот. Нет. Это как вот один из вариантов родилась идея просто выйти с пикетом, потребовать какой-то реакции официальных лиц. И с тех пор, ну, мы ожидали, что это будет длиться несколько часов, но с тех пор одиночные пикеты длились 8 суток. На третий день там появилась Маша Дрокова. Несмотря на то, что прекрасно понимала, что там сотни людей, которые других со мной взглядов по-прежнему, которые знают меня и которые нехорошо ко мне относятся. Но как бы я не могла этого не сделать, да? Там я вполне понимала, ну как бы мне ничего... Не было никакого диссонанса для меня. Я понимала, что я журналист, есть мой хороший знакомый и там тоже журналист, да, который пострадал, и я сейчас должна сделать все для того, чтобы преступление против него раскрыли. President Dmitry Medvedev says those behind the attack will be found and punished. А у меня, в общем, складывается впечатление, что это не общеуголовное преступление, судя по почерку. Обычно так кошельки не воруют. Значит, а раз это так, это уже целенаправленное действие. Protesters have been gathering throughout Russia's capital, demanding a couple of things. First of all, they want greater protections for journalists. Secondly, they want to have a speedy and thorough investigation into the savage beating of reporter and blogger Oleg Kashin. Yes. Я в порядке. Молодец. Я, да, стараюсь. Молодец. Быть молодцом. Что, говорят, ушел вся, да? Да. Видела? Нет, еще не видела. Еще теперь только... Ну, не знаю, в общем, не даю прогнозов, но... А тебя пускали к нему там буквально пару раз, так понимаю, да? Один раз. Один раз? Пускали, да. Слушай, там уже следователи с ним какие-то общаются, нет? Нет. Он что-то там кивал, вроде говорит, еще что-то. Это неправда. Фигняйтесь? Нет, ну то есть он кивает, знаете, вот, Олег, кивните, если вы нас слышите. Олег кивает. Олег, улыбнитесь, если вы нас слышите, если вы можете улыбнуться. Олег улыбается. А он говорит не может, что ему легкие вентилируют, да? Ему вентилируют легкие, у него челюсть сломанная. Ему сейчас как-то так не разговаривает. Можешь мне объяснить, как он умудрился тебе позвонить со сломанными челюстями? Я не знаю. То есть Олег, кажется, переломанными пальцами набрал код калитки. Позвонил дворнику. С разбитой челюстью. Набрал, да, объяснил дворнику, что с ним случилось. Набрал пост в Твиттер. Сказал дворнику, не надо вызывать эту скорую. Да. Потом, слава богу, передумал. Вот. Потом, уже находясь в скорой, позвонил мне, чтобы сказать в больницу номер, что его везут. Отключился. Прежде чем... Нет, его привезли в сознание. Нет, он вообще все время был в сознании. Они его отключили сами, да, уже? Да. Слушай, никаких прогнозов там, естественно, ничего нету, да? Я аккуратно к прогнозам. Очень аккуратно. Ну, а что вообще, как ощущения? Плохо сейчас. Плохо, да? Ну, потому что, знаешь, так, очень четко отдаешь себе... Очень четко отдаешь себе отчет, что там каждый мог оказаться на месте Кашина. Слушай, а разве можно? Я что-то поняла, что это пикет. Кто будет трогать? Шмегафон. Ну, нельзя, и чего. Я хочу поговорить об одном из главных фигурантов, о Василии Якименко. Ребята, у нас за последние 5 лет в стране сформировалась и
облаженно работает Министерство ненависти. Олег стал жертвой вот этой пятилетней облаженной работающей машины, машины ненависти. Андрохова здесь? Я... Нет, ну, Андрохова стояла в пикете и вышла из нашего. Что происходит? Не, моя логика такая, больше фашистов не бывает. До Олега неоднократно уже отметились Росправа эти персонажи. Фамилии всем известны. Это друзья Василия и Демента. Не было какого-то конкретного повода или события, из-за которого я взяла и ушла из наших. Когда я, собственно, на самом деле как, я лежал в реанимации и сам не очень понимал, там, есть ли у меня нога, есть ли у меня рука. Я знал, что у меня есть только глаза, которыми я вижу потолок больницы. Потом, когда мне уже прочитали, показали историю болезни, я удивился, потому что, в принципе, конечно, с такими ранами буквально не живут. У меня голова была пробита в двух местах, причем одно место – височная кость, как бы самая такая уязвимая. Сейчас у меня вместо нее титановая пластина. Наверное, если бы цель была меня именно убить, меня бы убили. Мне просто дали много шансов умереть, которыми я, слава богу, не воспользовался. Я не сомневаюсь в таком нашистском следе нападения на меня. Потом, когда мы уже как-то пообщались, он говорит, что наиболее вероятное, на его взгляд, это все-таки движение. Ну, смотри, я там Васю знаю лучше, чем Олег. Ну да. И я знаю, что Вася, он достаточно циничный человек в оценке того, какие поступки и какие события в его жизни к чему приведут. Он просчитывает на 2 и на 3 шага вперед. Вот. И я понимаю, что Вася бы не стал это делать, да, как минимум понимая, что первый враг и первый подозреваемый окажется он. А теперь еще и выходка бывшего лидера наших Якименко. Он сейчас в ранге министра по делам молодежи. Вот так глава Федерального агентства по делам молодежи пишет о жестоко избитом журналисте. Называет его амфибией и зомби. Кашин вроде живой, но товарищи точно знают, что умер. На митингах оппозиции в его поддержку о нем говорят в прошедшем времени. Был. Итого, Кашин – зомби. Вроде ему пальцы ампутировали, но они выросли. Итого, Кашин – ящерица. Кашин то дышит, то не дышит. Итого, Кашин – йог, человек-амфибия. А в итоге сравнивает с Лениным. Даже вот такой коллаж сделал. То, что этот текст выходит за рамки человеческой морали, Якименко не признает. Взгляды Василия оказывают очень большое влияние на его сторонников. В живом журнале Василия я нашел видео, сделанное одним из его последователей. Сломают ноги в небо. Я продажный сука жур, на листе я копаю. Просто сейчас эти публикации действительно вызывают такую нервотрепку. Мне кажется, даже сейчас, когда я об этом говорю, я... Там немножко мой голос звучит нервно, но при этом как бы надо это, видимо, просто перетерпеть. Не думаешь, что наши будут как связаны с нападением на Кашина? Что наши напали на Кашина? Ну, или как хотя бы связаны с этим? Я думаю, что Якименко точно должен быть допрошен. Меня возмущает, что Якименко, очевидно, человек, на которого падают подозрения в том, что он может быть к этому причастен. Но власть совершенно не хочет заниматься этим. Вот это абсолютно возмутительно. Однако давление на Василия Якименко увеличивалось.
существовала реальная опасность, что его начнут допрашивать по делу в качестве подозреваемого. Но позднее ему, скажем так, помогли сверху. Неожиданно для всех Путин провел с Василием Якименко незапланированную встречу, продемонстрировав тем самым ему свою поддержку. Есть такое слово в русском политическом языке под названием «сигнал». Президент или, там, не знаю, губернатор может не отдавать распоряжение, может просто, не знаю, подмигнуть как-нибудь. И вся вертикаль понимает, ага, значит, надо вот за это дело браться всерьез. Шаг, потому что он требовал от нее гораздо большего мужества, чем, там, не знаю, того же Ильи Азара, каких-то либеральных журналистов. А для Маши Дроковой это могло стать источником очень серьезных проблем. И то, что она не побоялась этих проблем, говорит о том, что она хороший человек. Понимаю, что я там стала понимать, что в последнее время не под любыми действиями движения я готова подписаться. Ну а что, ты сейчас совсем вышла из движения? Вот, и я просто, Вася потом мне звонил и спрашивал, есть ли условия, при которых там я могу передумать, и чем он может помочь и так далее. Но это просто мое твердое решение, да. И как в движении отнеслись, тоже по-разному. И там какой-то, я знаю, что был какой-то негатив в движении, но я знаю там, что Василий, общаясь с какой-то частью там комиссарского сообщества, он сказал, что типа... Ну, это как бы Машин выбор, и он попросил, типа, ну, быть тактичными и не пытаться там как-то там отомстить, обидеть и что-то плохое говорить. Я ему за это признательна. Mm-hmm. Я понимаю, что он, скорее всего, там рассчитывает, что в какой-то момент... Это такая серьезная моральная победа самой Маши. Кроме нее, я, пожалуй, не знаю никаких других людей из этого движения, которые сумели бы вырваться из этой секты без каких-то потерь для себя. Привет, Мария. Привет. Я очень рад тебя видеть. То же самое. Что там нового? Ничего. Скажем так. Что у тебя изменилось? Ничего. Минит мизинец. Клево. Кстати говоря, меня ты можешь потрогать, правда. Я боюсь. Да, я тебя умоляю. Ну, я боюсь пока. Он не болит? Нет. Тебе это интересно вообще или нет, на самом деле? Ну, про. Что? Нет, ну про. Что, я, нет, Олег. Может быть, что типа я всех заебал рассказывать нет, свои драмы, но не успел. У меня действительно в жизни ничего более интересного не происходило, да, за. Реально. А, у меня еще плачет правый глаз, причем это. Вот. Там перебит канал, который, значит, связывает слезу с ртом. Оказывается, в рот попадают слезы, этот канал мне перебит. Тоже, наверное, стоит сделать операцию, но я пока боюсь. Ну, не боюсь, что лишний раз ковыряться в организме. Пусть это... Да, пускай такой тоже будет маленький бренд. Вот. Выиграл я ссылку твоего бывшего босса. Ты с ним сейчас общаешься или нет? Совсем нет. Совсем не видела. А почему? Зачем? Ну, вот, Маша, честно скажи мне, наше с тобой общение хоть как-то повлияло на то, что ты ушла из наших? Мне бы хотелось думать, что повлияло. Конечно, Олег, повлиял. Я думаю, что... Наряду с другими факторами. Ты просто обострил мое понимание того, что это был некий такой тупик развития. Ура. Ты жалеешь о том, что там была? Нет. Ну? Ну, надеюсь, когда закончится мое следствие, если вдруг выяснится, что как-то все было связано... Я очень надеюсь, что это не так. Ну, если, не дай бог, это будет... Да? Ты пожалеешь, что была там? Ну, это будет очень большой кризис для меня, скажем так честно. Вот. И даже если там Вася не имел отношения к нападению на меня, хотя я, опять же, там 50 на 50 уже допускаю, что имел,
Все равно он плохой. Опять же. Короче, будущего у России нет. Это так клево. Здесь как у Суркова. России Бог послал Путина. Ну, как ангела апокалипсиса, да, как кто-то сказал, не помню кто.